Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Сейчас получше качество стало, скажу тебе. Да? Вот, все. Видите, по заявкам трудящихся. Качество улучшили сразу же. Привет. Сколько стоит абонемент на месяц? 37 тысяч, по-моему, стоит абонемент на месяц. Я точно не помню. Как дела? У меня отличные дела. Я на больничном целый день жру и качаюсь. Целый день жру и качаюсь. Могу себя показать пока. Друзья. Каждый зал. Что касается зала. Это на Ленинском проспекте фитнес-мания. Конечно же, в Москве. Город-герой Москва. Да, тем не менее, очередь 37. Но я не знаю, сколько там, может, 34, 35, я не знаю, сколько там. Для меня, в принципе, это одна и та же планка. 30, 40, 50 тысяч, это все одна хуйня. Ну, образно выражаюсь. Привет, привет, Эва, 1994 года выпуска. Где, брат? Фитнес-мания на Ленинском проспекте. Жду, пока дорожки освободятся, все занято. Очередь. 22. Вечер добрый, все занято. Я говорю, ужас, да. Еще плюс, обычно я, честно скажу, бегаю по вечерам на улице. Я люблю бегать на улице. Охуенская погода на улице, я выбегаю и вперед. Но сейчас еще темно. Думаю, неделек через две уже буду бегать на улице. Я первый на освободившийся Эллипс. А у Никиты БВ-7. Я не знаю, как мне отреагировать. И вешу сейчас 113. Когда начинал сушиться, весил 117. Как сделать, чтобы похудели роги? Роги? Как похудели? Не знаю. Сразу ответите на вопрос. Зачем сушиться? Чтобы выглядеть охуенно. Ноги. Точная редукция жира невозможна. Точный липолиз невозможен. Невозможно худеть в каком-то определенном месте. Организм худеет одинаково. Сейчас покажу я. Тело. Нету тела, нету тела. Все счастливы, показал. Красавчик, я вообще охуенский. Качмент, я да. Какая нынче зарплата у полицейов? У меня зарплата 57 тысяч. У тебя отбоя от пап, наверное, нету. Ну, можно и так сказать. Кокляев отдыхает. Не, ну Кокляев не надо трогать, пожалуйста. Отцов бодибилдинга наши, вообще красавчиков, Кокляев, Цыпленковых, они нормальные ребята. Дядь Мишу не трогаешь. Я открываю спорт. Чё за долбёжка? Это чувак, он бежит. Эти ребята, они готовятся, они по ММА профессионалы. Видишь, специальные маски бегают, готовятся к соревнованиям. Долбят. Серьёзные ребята. Сан Помидор Стан. Алекс, нет, не Алекс. Я из города Герой Москва, конечно. I'm from Moscow. Фитнес-мани на Ленинском проспекте. Шахматы лучше. Какая скорость у них?
ждал пока. Я не тренер, но если ты хорошенькая девочка с хорошей задницей, могу тебя потренировать. Шутка. У нас охрененно, зал большой, просторный, все хорошо. Это я. Сколько людей? Людей много. Как правильно задницу подтянуть? Куча упражнений есть. Где живу? Живу я в город-герой Москва. Задницу могу показать. Показываю. Можешь? Бля, я уже просто пропущу очередь на дорожку. Вот за лайки все давайте бегут, да? Коля боксер. Расскажи, как тебе будет нога. Освободилась, подожди секундочку. Сейчас я подойду. Все, опа. Пошел так. Пошел ты нахуй, животное тупое, блядь. Все, я занял. Как схуднуть в ногах? Невозможно схуднуть конкретно в одном месте. Организм худеет одинаково. Так, как схуднуть в ногах? Короче, слушайте, я вот вам что скажу. Товарищи, 47 человек. Вы можете подписаться у меня в Перископе. Под моей фотографией, в моем профиле в Перископе есть ссылка на мой Инстаграм, на мой контакт, еще на какую-то такую хуйню. Так, пошел ты нахуй тоже. Можете мне в директе задавать какие-нибудь вопросы. Так, я сейчас в отпуске. Мне скучно, я на них отвечаю. Что касается спорта и так далее и тому подобное. Спрашивайте, я всем вам буду отвечать. Только если не тупые вопросы. У меня еще есть Ask. Можете задать вопросы вас. Я тебе могу еще кое-что показать. Завид Затарскир Хабиб. Если тебе интересно по этой тематике. Привет, братан, привет. Давай. Все, счастлив, удовлетворен. Какая скорость бега? Я бегу 3 минуты со скоростью 6, 3 минуты, 2 минуты со скоростью 14. Я вообще на эллипсе бегу. Да, все, обращайся. У меня еще вся спина забита, но спину я не буду показывать. Джунгли. Принял. Так, ладно. Мне нужно серьезно побегать, поэтому давайте я буду закругляться. Ты красавица. Покин. Григорий Чимих. Я есть ВКонтакте. Я говорю, ну ты красавчик, понимаешь? Я не пью, не курю, у меня есть кубики. Очень положительно я отношусь. Татуированным девочкам. Только не какая-то ублюдская, проститутская татуировка, блядь, на пояснице. Это хуйня. Скажи, налево. Алло. Куда бежишь? Из России. Так, ладно, все, мне нужно нормально побегать. У меня сессия ускорения начинается, поэтому... Подписывайтесь все, кто хочет подписаться, кто хочет не подписываться. Все, давайте, пока. Всем вам всего самого хорошего, ребята, мальчики, девочки. Занимайтесь спортом, будьте красавчиками.